История пророков для детей. Муфтия Дагестана издала учебник для школьников. В книге кратко и доступно повествуют о нравственных качествах посланников Всевышнего, упомянутых в Коране. При составлении учебника использовали как отечественную, так и зарубежную литературу. Объем книги составляет более 100 страниц. К ней прилагается рабочая тетрадь. В рабочей тетради тоже задания, различные задания, к примеру, в виде тестов, в виде кроссвордов на пройденные темы, в виде устных каких-то заданий, например, там описать такое-то событие, такую-то историю, в виде письменных заданий. В конце книги предоставляется возможность ученику написать проектную работу, имеется в виду, например, написать небольшое сообщение об истории и жизни того пророка, чья история больше всего впечатлила ученика и так далее, и другие задания тоже. К работе привлекали специалистов, к примеру, педагогов, у которых педагогический опыт более 20 лет. Различным людям, специалистам и психологам давали начитку на проверку и так далее, советовались по поводу цвета, как подобрать для учебника и так далее.